В моей квартире есть два хомячих уголка. Это первый шкаф, у него переехал весь хлам из моей комнаты. Комнату я уже переделала. Кстати, посмотри видео об этом, но вот вещички-то никуда не делись. В каждом пакете, коробочке, ящичке что-то да заныкано. Я надеюсь как минимум половину выбросить. А вы станете свидетелями моей внутренней борьбы. Обычно в таких долгих видео говорят: запасайтесь чаечком и присаживайтесь поудобнее. А я вот скажу наоборот: поднимите свою попку и погнали разбираться вместе со мной. Я уверена, что у большей части смотря есть что разобрать. Я буду рада, если ваши хомячие запасы поредеют так же, как и мои. Давайте мотивировать друг друга на разборке. Свой хомячий переворот я начну с одежды. Вытаскиваю ее из шкафа и сейчас разберу по кучкам. Получилось несколько категорий кучек. Одной вроде бы нормальные вещи. Вторую я поставлю рядом с мусорным баком. А третья на тряпочке. Сейчас хочу разобрать более внимательные вещи, которые я, скорее всего, оставлю себе. Если вы когда-то занимались разборкой, то, скорее всего, вам знакомо это чувство, когда вы смотрите вроде бы на хорошую вещь, но вы ее не носите. И лежит она уже который год, а выкинуть ее так жалко. Для себя я выбрал один важный критерий, по которому я буду оставлять вещи. Это натуральный состав ткани, из которой они сделаны. Я оставила только вещи из 100% хлопка и вискозы. Еще у меня была приятная находка. Это абсолютно новая футболка от Uniqlo. Неожиданно и приятно. Вот эту кучу вещей я оставлю рядом с мусорным баком. У меня рядом с домом нет никаких центров приема одежды, но хотя бы у мусорного бака их забирают. В своем родном городе я относила их в храмы, но здесь таким как-то не занимают. Часть вещей я порезала себе на тряпочке, и вот такая раритетная находочка. Вот этим, это, наверное, правильно назвать бриджем, уже много годиков. Когда-то давно мне их покупала мама, но я думаю, что вот к ней на огородик я их и отвезу. Там им самое место. Ну, тут либо огород, либо в больничку лечь. Так, пакеты с одеждой собраны. Теперь переходим к моей самой нелюбимой части. Это разборка мелочевки. У меня здесь настоящие хомячие запасы. Какая-то скрепка валяется. Очечки, стерки, баночки, скляночки, резиночки. Старая косметика, которую уже пора выбросить. А если мы еще и в шкаф заглянем? О, там дом хоббита отдыхает. Хотя лучше бы это действительно была еда. Но на деле это куча пакетов, коробочек, в которых заныканы вещички. Мне кажется, у каждого человека есть такая коробка с мелочевкой, которую по каким-то причинам было жалко выбросить. Либо же оно вроде как нужное, но очень редко используется. И никакого другого места для этих вещей просто не находится. У меня здесь и зарядные устройства, ракушечка с Крыма привезённая, скотчики на двухсторонние, бечевка, фомитокс есть, он даже быстрым гель имеется. А на дне коробки виднеется моя медкарта. Такого добра у меня в каждой коробке понапихано. Ух, давайте попробуем это разобрать. С чего бы начать? Начнем с того, что я в ступоре. Смотрю на эту кучу вещей. И давайте пока уберем хотя бы скрепку в швейную коробочку. Пока я думаю, что в моей разборке мне может помочь деление по категориям. Я выделю себе несколько коробочек. В одну я буду собирать, собственно, все швейные прибамбасы. Большую коробочку я думаю, что отправлю всю канцелярию. У меня ее достаточно много. В отдельную коробочку я соберу, наверное, важные документы, бумажки, еще одну проводочки. И выделю отдельное место для переделочных материалов. Ой, да, как же я могла забыть? Конечно, у меня будет пенальчик под лекарства, под косметику и, самое главное, мусорное ведро под боком. Давайте попробуем в таком порядке все это посортировать. Итак, значит, в этот ящик я соберу всю канцелярию. Давайте глянем, что в нем лежит. Угу, значит, блокнотик — это точно нужное. Это когда-то была визитница, но я ее использовала как книжечку для слайдеров. Девчонки, я думаю, поймут. Новая хорошая, но давайте честно, она мне уже не нужна. Избавляемся. Внутренний хомяк уже начинает немножко плакать. Но качественная разборка — это жестокая разборка. Все выбрасываем. Следующая на очереди коробка с маркерами для мебели. Купались в фикс-прайсе. Очень хорошая штучка, рекомендую. И на мебели косяки хорошо замазываются. И на полу можно легко подмазать царапки. Это я, конечно, оставляю. Следующая заначка — это акриловые краски из картин по номерам. И фигурные ножнички, и дыроков. Когда-то давно эти ножницы я покупала для творчества. Блин, хорошие ножницы. Как-то выкидывать мне их жалко, и вроде не пользуюсь уже. Ладно, пусть они пока лежат. Я попадусь пока в эту ловушку. Собираю мотки бечевок в коробочку для моих переделок. И у меня потрясающе освободился большой пластиковый ящик. Сейчас буду загружать в него всю канцелярию. О, еще откопала старые визитницы с не самыми старыми визитками. Свой загранник. Диплом, аттестат, трудовую и медицинскую книжки. Неплохой улов. Ладно, полезли в дебри дальше. Значит, имеем коробочка из-под корсета сразу в мусор.
еще одна тряпочка, ну, понятно куда. Вот такие коврики прям очень я не люблю, поэтому избавляемся и акриловые краски оставляем. Погнали в следующую коробочку. Для канцелярии соберем все остатки скотча, туда же коробку со скрепками. И самое тяжелое для меня — это расставаться с мягкими игрушками. Вот для людей фотографии это напоминание о каких-то моментах, а для меня это игрушки. Ой, прям не могу, как же их выбрасывать тяжело. Здесь нужна музыкальная пауза. Ладно, поплакали, покакали, давайте к следующему ящику. Здесь моя старая косметика, да, это сухие текстуры, но откровенно, я этим всем не пользуюсь, поэтому просто выбрасываю. Этот мини-комодик мне очень нравится, он очень качественно сделан, и в нем удобно хранить украшения и всякую мелочевку, но вот цвет как-то не встает ни в одну мою комнату. Мне как-то и продавать его не хочется, и что с ним пока делать, я не очень знаю. Как минимум, я его хорошенько пробую отмыть изнутри. В общем, не знаю, хочется вроде как его оставить. Если у вас есть идея, как дать вторую жизнь этому комодику, в комментариях жду. Вот этот старый подсвечничек, он мне прям нравится, не хочу выбрасывать. Я буду его использовать точно так же, как подсвечник, для свечек в алюминке. Как надо будет его слегка почистить. Так, ладненько двигаемся дальше. Очередная открытая дверочка. Раскидываю свою старую канцелярию. Я вот когда канцелярские товары так вот разбираю, я все время вспоминаю себя в детстве, когда мы с мамой закупались перед школой. Мне всегда все надо было. Каждый раз тонны тетрадок, ручек, карандашей. Хорошо, хоть к старшей школе и в универе пришло осознание того, что половины из этого не надо. И пишешь ты в итоге какой-нибудь огрызенной ручкой, которую ты нашел под партой. Подъехали косметические штучки. Это все в пенальчик убираем. Блин, у меня в каждой комнате по аптечке. Вот мало мне целого ящика на кухне. Так еще и здесь целых две машинные. Ой, господи, еще одна коробка. Ну откуда у вас столько там? Ну вот как я это все покупаю, а? Вот объясните мне. В эту коробочку как раз думаю сложу коробочки из-под техники. Я стараюсь такие коробки сохранять. Во-первых, так проще при переезде, особенно с большой техникой. Во-вторых, так лучше ее продавать. Рюкзачок мой старенький, но выдержал он уже тонну всего. У него вот уже оторвалась даже ручка, но я думаю, я ее подошью. И еще пару поездок он у меня выдержит. Вот эту старую сумку я заказала еще на Алиэкспресс. Да, он только начал появляться в России. Но так я ее ни разу и не носила. Короче, избавляюсь от всего этого добра. Ой, ну вот опять игрушки. Блин, не могу, я плакать буду. Я их в итоге положу в пакетик и отнесу просто рядом с помоечкой поставлю. Не могу я их выкидывать. Хотя они уже очень старенькие и потеряли весь свой прекрасный вид. Вот сейчас в моей разборке наступил такой момент. Да, найдено куча всякой мелочи, ее нужно распределить по местам. То есть скрепки к скрепкам, булавки к булавкам. Это прям какая-то мышиная возня. Это прям вот каждый болтик такой в эту коробочку, это в мусорку, это сюда, это туда. Тут у меня еще целая коллекция монет. Ну, знаете, типа юбилейные там десюнчики, двушечки. Парочка монеток у меня еще осталось из Таиланда и Вьетнама. Но это все, я думаю, запихаю в кошелечек. И, честно сказать, я не знаю, зачем мне эта коллекция. Я не разбираюсь в монетках, но почему-то наличие таких редких экземпляров будто бы делает тебя немножечко особенным. Не знаю, откуда в моей голове эта мысль, но монетки я все же оставлю. Только у меня так, при открытии каждой коробочки там что-нибудь долежит. Закрепки для эластичного бинта. Булавка. Блин, у меня везде какие-то булавки лежат. Вот этот старенький стучок уже выброшу. Ну, булавку возвращаем на место. Я эту коробочку сегодня замучила. Открыть, закрыть, открыть, закрыть. Как она еще держится, бедолага? И лично для меня вопрос на засыпку. Вот
куда девать такую мелочевочку? Но ведь ее же не выкинешь, она нужна. Но по итогу все равно получается так, что она просто валяется где-то по углам. Я вот обычно запихиваю в какие-нибудь маленькие коробочки, но не знаю, может быть, у вас есть идея получше, как это хранить. Откопался у меня такой фонарик из фикс-прайса. Как фонарик, фигня полная. Именно внешне хороший декоративный элемент, я его оставлю. Давайте проведем быструю ревизию среди визиток и дисконтных карт. Да, они у меня еще есть. Тоже еще может быть в коробочке из-под печенья. Представьте себе, какой раритет, она уже испортилась, но все еще пахнет. Я думаю, с этого дня разборки достаточно. Сейчас протру пыль с полок, и уже завтра мы с вами продолжим разбирать вещички. Итак, количество пакетов на мусорку увеличивается, но тут уже так вроде даже ничего. Я сюда переставила принтер, тут уже все протерло. Сейчас пойдем по нижним рядам. Тут уже все тоже освободилось. Там коробочка с телефонами. Сейчас коробочка с коробочками из-под телефонов. Вся канцелярия. Ну, потихоньку коробочки наполняются. Ладно, погнали смотреть, что у нас тут они. Ой-ой-ой-ой. Чувствую я, что тут Аньки будет сейчас много всего. Заполнилась у меня коробка с канцелярией. Сейчас еще пополним коробочку с коробочками. И снова вещи из разряда «А нафига я это покупала?». Это кейс для визажистов, для мастеров маникюра, да для кого угодно на самом деле. Он абсолютно новый, но потому что мы его купили, чтобы просто купить. Выставлю на Авито, может быть, мне удастся это продать. Кстати, я перед продажей обязательно протираю любую вещь. Нахожу коробку, если она имеется. Не знаю, мне кажется, так намного приятнее получать вещички. Погнали дальше в Нарнию коробок. Но здесь уже все немножко проще. Это скорее пыльная история, нежели какая-то находочная. Корзиночная история отправляется к маме. Старые шторы мне выбросить не дали. Не знаю, может быть, они к маме переедут, может быть, просто на тряпки пойду. Пакет с посудой также отправляется к маме. А я, кстати, счастливый обладатель 2,5 пачек чистой белой бумажки. На этой прекрасной ноте пойду отмывать шкафчик. Последнее напоминание о моей учебе. И у меня опять вопрос. Вот хорошие файлы и папки, они мне больше не нужны. Выбрасывать или оставлять? Ну, что могу сказать. Вот это вот нижнее отправляется на дачку. А вот с этими коробками, блин, мне придется что-нибудь сделать. Я думаю, как мне их обдекорировать. Их нужно оставить. Но это как минимум от остро. И вот это вообще получается обувь. А вот эти могут подо что-то пригодиться. Потому что вот это вот добро, которое я оставила, все-таки нужно будет где-то хранить. Сейчас еще в нем покопаюсь. Может быть, что-нибудь там еще повыкидываю. Но вот сейчас буду думать, как это все куда распихать.
А пока я займусь последним уголком в этой комнате, тут совсем мало вещей, скорее протереть пылюку надо. Но мне уже хочется закрыть полностью эту комнату. Немножко поработаю здесь салфетками и хватит с этой комнатки. Блин, точно, вспомнила еще про один комодик. Я его, когда была маленькая, вот так вот расписала. Он тоже хорошенький, надо будет его, наверное, не знаю, типа отреставрировать. На этом закончу. Коробки уберу обратно в шкаф. Меня всегда раздражала эта упаковка для бумаги. У меня вечно все разъезжается с ней. Ну ладно, поворчала. Утрамбовываемся обратно. Коробки я убрала. Места освободилось достаточно много. 5 мешков отправляются на помойку. Конечно же, я не оставлю эти коробки в таком виде. Те, которые я решу оставить, будут стилизованы в каком-то едином образе. Это все будет в итоге стоять. Вся нижняя часть этого шкафа уезжает на дачку. Блин, это говорю на дачку. Ну, вообще, дом загородный, не дачка. Ну, короче, там оно явно нужнее. Ну, а на этом я завершаю свою первую часть разборки. Увидимся в следующем видео в кладовке. Пока-пока.